Во Франции завершен поиск жертв крушения самолета А-320. Спасателям удалось обнаружить фрагменты тел всех 150 погибших. По данным Wall Street Journal, за годы до катастрофы Еврокомиссия подвергала критике недостаточный контроль авиационной сферы. В прошлом году ЕС официально предписали Берлину разобраться с проблемами. Кроме того, выяснилось, что врачи авиакомпании Люфтганзы, вопреки правилам, не информировали Федеральное управление гражданской авиации ФРГ о депрессии второго пилота Андреса Любица. Он подозревается в умышленном уничтожении самолета.